Вот скрюченная женщина бредет, горбом приметная, ей исцеления нет. Одна забота изо всех забот – добыть хотя бы несколько монет. Все встреча с Иисусом изменила, стан распрямила, рот хвалой наполнив. Одежду прежнюю поспешно перешила, отстирывает там, где было больно. Душа грехами тяжкими согбена. Враг в три погибели, в дугу ее согнул. Работает губителю в три смены. Теперь же даже смену не одну. Все, встреча с Иисусом изменила. Переродил он духом, распрямил. Горбатого, мол, выпрямит могила. Но в данном случае Бог правит без могил. Горбатое правительство, синод. И верблюдам тем нет конца и счета. У богачей и не один есть горб. Корыстолюбием запутались в тенетах. Сказать нельзя об этом верблюдам. Они плюются, харкают с презрением. С горбом у счастья вовсе не беда. У них, как правило, не все в порядке с зрением. Желаешь ли пролить им свет на стон, в наследство передать осанку, поступь? Прибегни к милостыне щедрой и с постом. Горбы уменьшатся от пищи скудной постной. Горб ереси и дикого упрямства смиренно упроси Иисуса снять. В проточную карабкайся из рязки, попавший в сети, разорви ту снасть. Свобода во Христе благословенна, Писанием срезай свои горбы. И горб тогда налево не накренет, у благовестия ноги перебив. 23 июля 2006 года.